Галстук, брюки. Бетонирую. Все правильно. Отъехать? Да? Хорошо. Да? Давай, Артём, принимай, блядь. Ёбаный. Ляпа сильно будет? Да. Нормально все, 3 куба. Гражданин начальник, хватит? То же самое. Пустая. Артём, давай то же самое сюда. Даю.
в угол будешь загонять, это угла ты будешь. Все нормально? Да. Что ты? Стоп. Еще, да, поднимаем туда все, блядь. Да. Давай туда. Пусть отъезжает на угол, да? Да. А что снять? Вот с этого лотка? Какая разница? Да, чуть подъедет. Все закрутили, да? Ну, один остался, да? Ровняй там. Ребята, что вы делаете? Расскажите, чем вы тут занимаетесь, ковыряетесь? Значит так, я ты Селезнев Артем Валерьевич, кандидат в народные депутаты. Идентификационный номер какой называй? Я могу только Серёге Картинге рассказать. Его код назвать, да? Давай. Его могу, да. 304-202-22-95. Значит, я зарабатываю на предвыборную кампанию. Приходится маслать не все так просто, на свою предвыборную кампанию. Понятно, молодец. Ковыряешься одним словом, да? Есть им гамнишка. Ну еще, все нормально. Строим светлое будущее. Немножко перебор малочной прочности. Почему? То есть больше, да, или как? Объясните, больше, пожалуйста. Для. Я не понимаю. Для другого. Для другого кандидата объясните, пожалуйста. Что ваш автомобиль сделан из пуленепробиваемого. Это очень мне нравится. Я согласен. Из молибденовой стали. Да. Какой-то там теперь навороченный. Я очень согласен. Так он будет весить несколько раз больше.
5 или 6 там. Тоже так крепость самое. Нужна как раз для всех вопросов. Ну, вертолет сюда не сядет. Сядет, вы, все впереди. Ну, он мешки поподкрепляет. А где я буду парковаться, когда на вертолете буду прилетать? Только ну, здесь. Только здесь. Только здесь. Я думал, вот парковка, это специально оградили. Сразу туда, да? Так, ну все, да, мальчики? Ребята, закрываем шарманку. Так, я сейчас выполняю. Ты куда? 304-202-22-95. Да будет проклят. Да. Этот. Я без штанов. Приходил, меня пугал тут видеокамера. Я думал, я начал сниматься, начал рекламировать партию, он начал убегать меня. Я ему говорю, куда ты убегаешь со своей камерой? Решил напугать малой жопой. Да. Итак, у нас уже есть стена, за которой можно спокойно переодеваться. Как это делает Артём? Слава Богу, что вот мы делаем. Делаем то, что мы делаем. Да, слава Богу. Так, Арсений, Артём и Валерьевичи, будьте здоровы. Не скучайте, звоните на мобильник, если что. Колбасочки потом. Колбасочки принесем в обед. Итак, у нас уже есть стена, за которой можно переодеваться. О, видишь, как ты поголовишь? О, это наука. Это не по судам тебе бегать, Сергей Михайлович. И статуты складать. Задержанный реестратор. И все по технологии. Это уровень. Не, ну должно расплескиваться там, по идее. Я не снимал практически на все. Говорю, Лего. Заснял, да? Да. Отлично. Видео. Может, фонарик выключи? Так лучше видно. Сопли вытираю.